Каким видят в будущем Карачаевск юные жители города? Первый практический проект в рамках эксперимента «Город будущего глазами детей» презентовали юные горожане руководству города. Репортаж Аллы Динаевой. Въезд в Карачаевск. Городской стадион «Саулук» с раскрывающейся крышей. Скульптура «Горянка», встречающая гостей с чашей айрана в новом наряде. Свое видение города отразили на макетах воспитанники детского сада «Солнышко» в рамках проекта «Карачаевск. Мы твое будущее». И ни один уголок солнечного красивого города не остался без внимания. Эти работы готовили не только дети и воспитатели, но и... Самое главное – родители, как отнеслись к этому. Приходили вот группа «Родничок». В воскресенье пришли родители, воспитатели. И вот в основном проекты сделаны своими руками из бросового материала. Но вот итог сегодняшнего мероприятия оставил у нас хорошее впечатление и удовлетворение. Потому что все работы были выполнены с душой, со вкусом, идеи были хорошие. А идея создания проектов родилась совместно с управлением образования, и мы вышли с предложением к мэру Карачаевска Альберту Дотаеву, а он нам подсказал провести его в форме градостроительства, рассказывают сотрудники детского сада «Солнышко». Мы довольны, потому что видели одобрение наших руководителей, мы видели воодушевление детей, родителей, и на самом деле красочные такие качественные работы представили. Юные горожане из 12 групп детского сада номер 8 «Солнышко» Карачаевска над созданием проектов трудились 2 месяца и представили 15 творческих работ. Жюри сложно было определить лучшую, и поэтому придумали несколько номинаций. Разбили все эти 12 композиций на 3 номинации. Это «Лучшая идея» – первая номинация. Вторая номинация – «Лучший архитектурный дизайн». И третья номинация – «Лучшая техника исполнения». В каждой номинации по 4 места, получается, первых. В итоге ни один проект не остался без призового места. А какой из них в ближайшее время реализуется в жизнь, мы узнали у мэра Карачаевска. Допустим, идея трамвая хороша, но здесь он негде ему разворачиваться даже. Но вот идея с канатной дорогой на Комсомольскую горку сделать там зону отдыха, это вполне, ну, так, осязаемая идея. Из того, что они тут предлагали, зеленый остров мы по-любому будем делать. Там все уже на стадии подготовки. В этом году зеленый остров будет. И там многие идеи из тех, что они говорят, что-то там будет. Из того, что ну, тут много... Город надо делать красивым, как вы сказали. Город... Первые шаги на этом направлении делаются. Скоро будем проводить благоустройство так называемой Комсомольской горки для прогулки горожан и туристов, проезжающих на наши курорты, чтобы гости республики останавливались и в нашем прекрасном городе. А еще в этом году мы планируем Карачаевск, Тиберду и Домбай связать доступной автобусной линией. Ремонтные работы автовокзала сейчас идут, подытожил мэр Карачаевска. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.